Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы делаем свечечки. Сейчас мы каждую свечку поделим на три части. Для этого мы чуть-чуть подогрели ножик, чтобы нам было легче. И сейчас нам нужно найти фитилек. Так, здесь уже есть фитилек. Получается красный, как будто бы кровь. Вот у нас такая тыковка, мы будем ее сейчас красить белой краской. Итак, несколько раз уже покрасили нашу тыковку. Теперь для тыковки у нас вот такое красивое кружево. Мы будем делать у нас изысканную такую тыковочку. Может, клеевой пистолет. И мы... Ну, вот такая у нас очаровательная тыковочка получилась. Продолжаем декорировать тыквочку. Я вот уже сделала здесь рисунок красками черными. И буду продолжать сейчас этот рисунок также делать. Будем декорировать. Золотистым контуром. И вот последние. Контуром наносим точки. И вот получилась наша гламурная тыквочка. А на заднем плане за нами смотрит привидение.